В Магадане утвердили места для выгула домашних животных. Постановление подготовила мэрия областного центра. Всего таких территорий в городе 13. В районе улиц Портовой, Флотской, набережной реки Магаданки, Колымской, Марчиканского и Портового шоссе. В районе 3-го микрорайона, Горохового поля, а также поселках Сокол и Уптар. По словам специалистов, нужно отличать выгул животного на специальной площадке от передвижения с ним по городу. Второе можно делать по любой улице. Кроме того, эксперты отмечают, что при выгуле питомца нужно исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности четвероногого, не допускать выгул животного в запрещенных местах.